Алексей Михайлович, здравствуйте. Здесь мы ради вас, Группа Небесная Канцелярия. Мы не поем песни с мамами, извините. Мы поем о любви, мы поем о космосе, и мы поем о человеческой душе, об экологии души. То есть это то, что есть в каждом из нас, и то, что каждый из нас иногда забывает. Да, весна – это время распускания, но не распущенности. Счастье есть два составляющих – это свобода, и мы за свободу сейчас, и любовь, мы тоже за любовь. Группа «Небесная канцелярия» сегодня. Еще раз спасибо.